Друзья, хотите отдохнуть душой? Я приглашаю вас в атмосферу доброй иронии и легкого юмора. Жизненные истории от писателя Саши Сотника. Подписывайтесь на мой творческий Patreon «Сотник Клаб». Там есть три формата – читатель, слушатель, зритель. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 8 декабря 2023 года, пятница, в Киеве 19 часов 1 минута, в Братиславе на час меньше. Я в прямом эфире начинаю подводить итоги недели на каналах Саша Сотник, Сотник ТВ Лайв, YouTube. Сегодня без ретрансляции в Vimeo, она не запустилась. Но с ретрансляцией в мой аккаунт в соцсети X и на сервере Сотник ТВ в Discord. После эфира я уйду общаться с вами в голосовой чат Discord, так что переходите, пожалуйста, туда, буду рад там вас слышать. А здесь не забывайте ставить лайки, распространять ссылки, выводите трансляцию в топ. Насколько это реально при таком сопротивлении майорни, я не знаю, но попытайтесь. Работают суперчаты в YouTube-каналах, там есть значок доллара, куда вы можете писать свои вопросы, пожелания, реплики, все, что хотите, чтобы прозвучало в прямом эфире. Ну и также есть ресурс Ко-фи, куда вы тоже можете привычно писать комментарии, реплики, вопросы. Ближе к финалу эфира я это все зачитаю. А начал я этот эфир с видео из Санкт-Петербурга, где размещены билборды с изображением QR-кода, который ведет на сайт, созданный активистами ФБК, навальнистами. Ну, понятно, что ничего подобного без молчаливого согласия кураторов Навального произойти в пещере в принципе не может, но тупые хомячки уже заходятся от восторга. Вот эта идея, вот это мы нагадили, вот это мы наложили крысе на пень. Ну, собственно, что это меняет? Функционально что? Ну, она подсвечивает Навального, который на этой неделе, вы не поверите, из своего страшного заточения опять подал голос и призвал идти к пенькам голосовать. Это просто, видимо, совпадение такое, правда же? Вот Навальный призвал, а тут случайно и билборды появились. В пещере, где все управляется спецслужбами. Такое совпадение совершенно невозможно. Это все не случайно. В общем, опять идите, опять на эти грабли. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Все-таки крут генерал Королев. Мощно он мозги глубинарием прочистил. Мощно. Навального из них не вытравишь и логику с критическим мышлением в череп не вставишь. В Ангую они попрутся с 15 по 17 марта голосовать, а потом опять будут верещать, обвиняя Сотника. Нас просто было слишком мало, Сотник демотивировал. Вот если бы все пошли туда и сунули не за Путина, а за любого другого, тогда бы его точно не выбрали. Я же говорю, тупые мохнатики необучаемые. И не ждите от них прозрения. А самые образованные из них, кстати, давно работают в ФСБ. Там их образование и пытливость скрещивают с природной подлостью, пошлятиной и вероломством. И получается вот та самая ублюдочная система, процветание которой мы сейчас с вами и наблюдаем.
Кстати, сегодня Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы обратился к рекламораспространителям с призывом не размещать на креативах QR-коды. Оперативненько. Подсветили Алексея Вайфайнова и отползли, как истинные непричемыши. Схематозят с выдумкой, с креативом. Но есть и хорошие новости. Рашисты продолжают терять живую силу, которую уже не в состоянии восполнить, невзирая на доклады Медведева о том, что очередные 400 тысяч завербованы на прожарку. Путин потребовал добавить еще 170 тысяч потенциальных зрителей Кобзонария. То есть, по некоторым данным, уже около 430 тысяч месят землю Украины, рашистов. И Плешивый, видимо, хочет довести количество мяса до ровной цифры в 600 тысяч. Ну что ж, чем больше гумуса, тем богаче будущий урожай в Украине. По данным Генштаба ВСУ, на утро 8 декабря рашисты потеряли уже 337 220 организмов убитыми, 5626 танков, 10 508 бронемашин, 324 самолета и 324 вертолета. И как всегда в начале программы, я предлагаю вам посмотреть короткий сюжет о происходящем на украинских фронтах за последние двое суток. Как всегда, этот сюжет без комментариев. Вот, ехали с Бахмута по пути, прям вот перед нами, прям перед нами встала машину. И говорю, тут прямое попадание, понятно, дальше броня на мой ПК, смотри. Это была хроника войны за последние двое суток. Напоминаю, что вы смотрите итоги недели на каналах Саша Сотник, Сотник ТВ Лайф и YouTube с ретрансляцией в Vimeo. Мой аккаунт без ретрансляции в Vimeo. Мой аккаунт в соцсети X и на сервере Сотник ТВ в Discord. В Киеве 19.09. Мы в прямом эфире. Работают суперчаты в YouTube-каналах, ресурс Ко-фи, куда вы можете писать мне комментарии, вопросы, которые я прочту в конце эфира. А теперь к эху событий недели. После убийства в Подмосковье украинского этого деятеля, предателя Кивы, скотобаза встрепенулась. Комитеты Совета Федерации РФ подготовят к 13 декабря предложение по защите российских политиков и общественных деятелей от угроз со стороны Украины. Такое поручение дано сенаторам после умерщвления этого самого Кивы. Источники в Следственном комитете называют убийство спецоперацией СБУ. Но никто не исключает, конечно, и причастность к этому происшествию российских спецслужб. Ну, мотивы очевидны. Коллаборант сделал свое дело, ему пора на отдых к Кобзону. Не надо ждать, когда он запаникует и начнет болтать лишнее. Лучше поставить точку в его существовании в нынешних обстоятельствах.
К другим новостям. Оккупационная администрация Новой Каховки объявила плановую эвакуацию в связи с приближением линии фронта. Причем эвакуироваться можно будет только имея в наличии рашистский паспорт. Коллаборантам пора на выход. Лучше бежать и не оглядываться. И, конечно, новость, которая стала сенсацией, неожиданностью, ведь никто же даже не предполагал, что такое может случиться. Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Ну все, отлегло. Хотя, конечно, застал врасплох чертяка. Всех русофобов планеты напряг. Заставил их биться в шоковой истерике. Кто бы мог подумать, что это решится? Кто бы мог подумать? Вот свершилось. Дожали крысу, дожали. Всем народам. Долго она мялась в нерешительности. Целые сутки мялась после объявления сроков голосоевища. Но сегодня на встрече с убийцами в погонах была вынуждена пойти навстречу пожеланиям трудящихся, людоедов, шерстяных троглодитов и упырей всея Руси. Об этом с восторгом и с придыханием рассказал один из мясников, председатель совета Дыры, есть и такой у бандитов, подполковник Жога. Что вы дословно спросили, извините, да? Я сказал о том, что от лица жителей посадебных территорий Донецкой Республики, Луганской Республики, Херсонской, Запорожской Республики, от всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей и знакомых, мы просим его принять участие в выборах президента Российской Федерации. На что он сказал, что времена всегда бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом и будет баллотироваться.